Натягиваем, он будет подниматься у нас. Вот. Вожатый команды со сложным названием «Меридиан» учит молодых держать нос по ветру. Сегодня в соперниках у них и интегралы, и винтики, и еще пятерка команд. Научно-техническая смена одного из детских лагерей рвется в небо, как вонится с разбегу. Ну, для этого надо хорошо нам разбежаться, правильно, с горочкой вниз отпустить. Змей, разбегаемся. Один держит, отпускает. И он потихонечку поднимается. Надо, главное, еще поймать ветер. Анастасия тоже участник технической смены. Девушке уже 15 лет, она старше основных своих соперников. Но все не наиграется. Как и положено в этом возрасте, она витает в облаках, любит лето и все цветное. Все это можно найти здесь, на фестивале воздушных змеев. Своего она собрала самостоятельно. Несколько месяцев шила, а теперь думает, надо было больше ткани и терпения. Вот сюда. Я думаю, можно было получше сделать. Можно было побольше, я думаю. Тогда бы он был бы красивее, в небе смотрелся. Вот. Ну, а так, для первого раза, думаю, сойдет. Даже вполне прилично получилось. Самое главное — свой и своими руками. Их тут 170 человек, и вместе с технарями лески на кулак накручивают дети из профильных смен, певцы и танцоры. В какой-то момент фестивальная поляна становится похожей скорее на паутину из лески, нежели на что-то воздушное. Как водится у детей, они кричат и бегают, но тут есть цель, можно получить приз, говорят, вручение после обеда. С одной стороны, нам с вами может показаться, что здесь творится некий такой хаос. Сейчас, вот как, насколько я могу судить, воспитанники, например, школы номер 154, хореографического коллектива, запускают змеев прекрасно, очень хорошо. Я думаю, у них есть все шансы на победу. Все это могло бы напоминать обычный детский праздник, утренник, если бы не снующий между детьми судьи. Они тех, кто запускает змея, гордо именуют пилотом, тех, кто помогает штурманам. Команды оценивают сразу по десятку параметров, вплоть до внешнего вида змея. Но важнее технические показатели. Транспортир судьям в помощь. Он сейчас некоторое расстояние пробежит, а потом ему достаточно будет встать и остановиться. Оп, неудача. Максимальный угол был у меня пока 89. Это из 90 максимальных. Они упорны в своем желании подняться над толпой. Хорошим пилотам, кажется, ничего помешать не может. Отсутствие ветра компенсирует скоростью. Она же спасает от жары. Вот теперь змей достаточно хорошо вышел. То есть вот сейчас он приближается уже где-то к 85 градусам. Когда пилоты со штурманами начинают танцевать, организаторы понимают, надо сворачивать фестиваль, вести отряды на обед. Но Анастасия немного задерживается, свою синицу в руках превращает в журавля в небе. Остановиться в этом деле непросто.